сейчас 00:30 ночи, 25 градусов, офигенная погода стоит в Питере. Сегодня я занималась 5-3 часа, попробовала стрит-пластику. Это очень тяжело, но очень круто. Тренер меня похвалила, разрешила ходить дальше. Буду осваивать новое направление танца. Не знаю, чувствую себя очень хорошо, легко, комфортно. Зашибись, жить прекрасно. Классно все. И вам тоже желаю больше оптимизма, хватит умирать от жары. Переходите на ночной образ жизни. Все получится.